В селе Верхнеармянская Хобза, которая существует с 1884 года, местные жители, а это около 600 человек, по старинке набирают воду из родников. Глава города дал поручение исправить ситуацию и провести центральное водоснабжение. И действительно проблема серьезная. Я думаю, что в течение месяца, максимум двух, мы сможем при содействии нацпарка провести трубу 6 километров и с помощью емкости вообще первоначальные меры предпринять, чтобы вода была. Такие поручения я главе района дал. Я попросил директора нацпарка, чтобы он нам оказал содействие. И думаю, что за 2 месяца можно будет это сделать. Работы начнутся в ближайшее время. Планируется, что к осени половина населения села будет подключена к водоснабжению. Городоначальник посетил и фельдшерско-акушерский пункт. Его заведующая Татьяна Вергунова признается, долгое время пункта первой медицинской помощи не существовало. Но ФАП был необходим местным жителям, большинство из которых – пожилые люди. В день его посещают до 12 человек. У нас ФАП открылся недавно, 4 года назад. В принципе, это уже была большая поддержка, как бы, да, что его открыли после визита Анатолия Николаевича. Вот открыли ФАП у нас 4 года назад. 15 лет здесь ФАПа не было. Не было ни медработника, ни издания не было. И насчет медикаментов, то есть у нас проблем нет. У нас все есть для экстренной помощи. Медики поблагодарили руководство города за внимание к их проблемам и добавили, что для более успешного функционирования пункта не хватает только стационарного телефона. Глава города на месте дал все необходимые поручения. В ближайшее время связь должна быть проведена.